Друзья, всем огромный привет! Сегодня хочу показать, как быстренько вот такой вот подшипничек запрессовать смазкой. Потому что, как правило, они с завода идут без смазки, практически без смазки, что приводит к быстрому износу. А пыльничек здесь, если поддевать, его можно повредить. Сейчас покажу на стареньком подшипничке, нашел вот его на улице. Это одинаковый совершенно, просто это валялось на улице. То есть, если мы будем чем-то острым его поддевать, мы его в любом случае повредим, да, как бы, и потом обратно его закрывать уже не будет смысла. Он новый, просто на улице, видите, смазки прям вообще чуть-чуть. Вот сейчас его затолкнуть обратно уже толком не получится. Хотя она получается, но здесь уже будет щель, и под этот пыльник будет забиваться грязь. Будем делать на примере вот новенького. Он даже как-то плохенько, как на сухую прям идет. Для этого нам понадобится какая-то ровная поверхность. В моем случае вот так вот. Кладем его. Я думаю, термопистолет есть у всех. Ну, в мастерской это такой расходняк. Заливаем его так вот термопистолета вовнутрь. Вот так вот. Берем шайбочку и вот так вот устанавливаем. И даем застынуть. Так, термоклей застыл. Теперь бы оторвать все это дело. У нас так все это спокойненько крутится. Берем с вами самый простой целлофановый пакет. Наносим смазочки. Какой вы там пользуетесь. Кому какая нравится. Вот этого будет за глаза. Ставим подшипник. Вот так вот обматываем. Берем с вами изоленту. У меня все по ГОСТу синее. Скажи, все достали уже все с этой синей изолентой. Ну. И вот так вот плотненько обматываем. Раскрываем наш подшипник. Вот так его прижимаем. И теперь вращательными движениями крутим, пока не вылезет смазка. Вот, как видите, она начала выходить. Как видно, да? Давайте еще, чтобы побольше вылезло. То есть она вот набилась. Этого будет уже достаточно. Снимаем наш пакетик. Значит, плотненько. Ну и смотрим. Смотрите, практически все вышло. И у нас прям аккуратненько вылезает. Все, подшипнички хорошо смазаны. Излишки можно убрать. И подшипник у нас получается полностью забитый, полностью под смазкой. Давайте я просто вот для эксперимента, ну, уже испорчу подшипник, испорчу пыльник и открою его. И посмотрим, насколько забился у нас подшипник. То есть, смотрите, практически полностью у нас он с вами забит. Давайте второй стороны откроем. Вот так это все выглядит. То есть полностью забит смазочки. Делается все быстро, просто. Не нужно ничего придумывать. Элементарно за 5 минут можно все это сделать. Хотел я попробовать еще. Читал я такую информацию, что люди нагревают в баночках стеклянных ту же самую смазку и опускают его. Во-первых, это можно обжечься в ту же самую стеклянную банку и лишний расход на самой смазке. Так что вам, если понравился данный ролик, обязательно палец вверх, пишите ваше мнение. Вам же всем крепкого здоровья, до новых встреч, пока-пока. На пакете, как видите, практически ничего не осталось, и у нас получается с вами минимум затрат, то есть мы не перерасходовали ничего совершенно. Если вы знаете другой способ, как это лучше сделать, как правильно забить подшипник, напишите в комментариях.